Треть суперземель может быть покрыта океанами. Ученые изучили тысячи экзопланет земного типа, чтобы определить, на скольких их них есть вода. Специалисты из Гарвардского университета во главе с ученым Литцзеном предсказали существование сотен планет-океанов. Для этого они проанализировали данные 4000 экзопланет, пишет Goldschmidt Conference. Космические телескопы Кеплер и Гайя сумели обнаружить несколько тысяч экзопланет. Ученые обратили особое внимание на суперземли, планеты, значительно больше Земли, но не газовые гиганты. Данные исследования показывают, что соотношение радиуса и массы экзопланеты с земными могут предсказать условия на этой планете. Суперземли с полуторным радиусом Земли в 5 раз тяжелее должны иметь твердую поверхность, а в 2 раза большие планеты 2-5 радиус и 10 масс, должны быть полностью покрыты океанами. Ученые считают, что каждая третья суперземля является планетой-океаном. Ранее сломанный телескоп нашел 44 новые экзопланеты. Также корреспондент писал о том, что астрономы нашли звездную систему с 3 землеподобными планетами. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и http://timecorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.